Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем мы с вами с дружеского сундучка. Да, ребят, я накопил на него, специально ждал этой серии, чтобы открыть его при вас. Давайте посмотрим, что нам из него выпадет. Воу! Слушай, ну вот это круто, я вам скажу, ребят, 67 карточек богини света. Плюс, не забывайте, 25 гемов, ну и 1000 голды, это, конечно, смешно. Тем не менее, это хорошо. Так, сделаем подарки, естественно, сразу же. Вот всегда так я заметил, когда вот нажимаешь на подарок, вот это вот собрать, отдать, какие-то лаги, не знаю, ребят, фризит по чернаку. Так, что у нас по квестам, давайте посмотрим. Ага, собираем здесь. Кстати, у нас уже 107 гемов. Уже 108. И вы помните, да, мы с вами копим гемы вот на этот сундук, который стоит 500 гемов. Надеюсь, будем не зря на него копить. И, ага, смотрите, у нас в армии что-то еще. Так, секунду. Да ладно, БФГшка у меня получает третью звезду. И это уже хорошо, ребята, это уже замечательно. Вы знаете, да, какой этот поганый маленький робот, буквально в прошлых сериях я вам показывал, на что они способны. Поэтому если он получит у меня четвертую звезду, будет хорошая альтернатива в замену там лучнику или даже той же самой ниндзи. Ну что же, а мы с вами... Погоди-ка, у нас ежедневное испытание. Давай посмотрим, что... Так, смотри-ка, все звезды, во-первых, здесь, да, маг, паладин, копейщица... Слушай, а кого нам дадут? Всех? Любого? О, давайте-ка попробуем тогда мы с вами. И даже ведьму могу взять. Так, это уже меня радует. Согласитесь, это очень прикольно. Может быть, мы сейчас... А сколько нам нужно до следующего апа? Я не знаю, сколько нужно, чтобы мы с вами эту босяру могли проапать. Так, ладно, хорошо, сейчас мы не об этом. А что же нам взять-то, елки-палки? Я даже не знаю. Разволновался. Чё-то. А, ну конечно, Джаггернаута. Блин, как же я хочу, чтобы он получил у меня четвертую звезду. Джаггернаут именно. Давай возьмем тогда еще с тобой баллисту и попробуем это все дело замариновать. Кем? Чем? Пока даже не знаю. Там у нас паладин, там маг. Да, кстати, все, я понял, кого нам нужно взять. Прыгуна. Ну что ж, попробуем, ребятульки, да? Ой, будет жесткая драка. Но если мы с вами справимся, 22 карточки босса нам обеспечены. Я уже забыл, как ее там величать. А вот то, что, конечно, замок у него с отражением урона, вот это, конечно, будет очень и очень жестко, если честно. Ну, будем надеяться на нашего прыгуна, который, в принципе, должен легко разбирать. А кого он будет легко разбирать? А легко он будет разбирать у нас магов и... Так, ну-ка посмотрим. Посмотрим, как у нас сейчас все это дело пойдет. Мне бы, конечно, бы желательно, ребята, вызвать ведьмочку. И... А ну-ка, давай вот так вот сделаем. Хопа! Да-да-да-да-да, конечно, ага, конечно. Вот так вот. Все, ребят, я вызвал ведьму. Теперь остается только наблюдать, что у нас из этого получится. Так, ну давай-давай-давай, разбираем паладина как можно быстрее. Ведьма, ты очень и очень медленно идешь. Очень медленно, я тебе скажу. Радость ты моя. Блин. Так, секунду. Ой, маг вышел. Ну, мага мы разобрали. Да, ребята, победа за нами. Очень даже быстро и легко мы здесь с вами справились. И получаем наши законные 22 карточки. Ведь так? Именно. Именно так. Слушайте, ну это же круто. Так, собери свой отряд. Ну что, давайте, наверное, еще разочек, да, сделаем это все дело по-быренькому. Так, не забываем, у нас, значит, башня с фаерболом идет. В дальнейшем у нас идет... Так, секунду, погоди. У нас идет воин-маг, плюс джаггернаут, оборотень, ну, прыгун. И, конечно же, наша ведьмочка. Погоди-ка, кого-то не хватает здесь в отряде. Баллиста, нужен ли он нам? Мы как-то и без него здесь, если честно, справились. Ну, ладно, давай возьмем его. Все. Давайте, ребятушки, быстренько с вами попробуем пройти еще два этапа. Все-таки 12 карточек и 7 на дороге не валяются. А в общей сложности будет 19 карточек. Плюс еще, которую мы с вами уже заработали, 22. А, друидка ее звать. Вот, ребята, этот босс у нас друид. Сейчас, естественно, будет выходить паладин. За паладином пойдет копейщик. А они, по идее, идут всегда по стандарту. Не меняют ничего абсолютно.
Так, я жду. Я хочу попробовать, ребята, вызвать ведьму. Я не знаю, справится она или нет. Но попытаемся. Лишь бы отражение не поставил. Вот так вот мы с вами по-хитрому сделаем. Ого! Так, маг вышел. Ну ладно, хорошо. Давай мы прыгуна вызовем для этого дела. И ускоримся. Ой, все, ребят. По-моему, тут хана ему. Смотрите. Хотя, подожди, нет, еще рано радоваться. Нет, все, победа за нами. Отлично. Ну, я специально, ребят, поставил на ускорение, чтобы все это быстренько-быстренько пробежать. Да, 12 карточек мы еще получаем с вами. Соответственно, еще сделаем с вами одну заходочку, да? Чтобы полностью разобраться с этим ежедневным событием. Так, выбираем, значит, базу. Выбираем нашу... Хотел сказать, ведьму нашего мага-воина, джаггернаута, баллисту. Баллисту, прыгуна. Прыгун чем хорош, ребят? Если он перепрыгивает через врага, даже если не попадается ему там какой-нибудь маг или еще кто-нибудь, он в неистовстве может сразу прыгануть на базу и, соответственно, нанести очень хороший урон. А нам что нужно? Естественно, уничтожить башню. В принципе, это наша основная задача. Поэтому, ребята, я готовлюсь, я жду, опять же, попробую сейчас накопить на ведьму, вызвать ее, и, согласитесь, у нас сразу пойдут дела в гору. Сразу же практически, я потом ускорюсь, и все у нас должно пойти на изи. Да, конечно, нервирует меня вот этот вот замовский, так скажем, скилл, который дает отражение. Это имбовый, так скажем, скилл. Иди отсюда, не нервируй меня. Вот, видите, ребята, у него стоит отражение, соответственно, моя ведьма и бьет его, и сразу же получает урон. И маг тут тоже, этот хмырёныш, очень-очень мощный. Но сейчас он, грубо говоря, умер от того, что хотел пробить моего воина, точнее, да. Но на отражение он попался, короче, так скажем. Естественно, мы пробиваем базу, я ускоряюсь, и все. Чтобы это все по-быренькому нам сделать, чтобы, как говорится, побольше времени сэкономить и пойти уже на основную сюжетную линию. Да, ребята, все, полностью идеально мы с вами прошли. Я очень рад, я надеюсь, вы тоже. И порадуйтесь за меня. Так, ну что же. Все, уже никакой команды нам не надо собирать здесь. В магазине пусто. Давайте посмотрим, сколько вообще нам нужно. Она у нас какая, фракция людей, по-моему, да, если не ошибаюсь, да. Ох, елки-палки, а у меня друидка-то, оказывается, трехзвездочная. О, сколько мне на нее копить? Еще практически ровно столько же, сколько у меня есть, да? Ха-ха, ядрен батон. Но если она получит четвертую звезду, мы, ребята, обязательно ее возьмем в основной состав и будем ее юзать. Кстати, до этого я ее даже и не испытывал. Но зато, смотрите, у меня здесь молотильщик может прапаться. Да, а на голема не хватило. Ладно, какие наши годы? Давайте посмотрим, что у нас там по аренке. Если 70-е там... чуть ли не 80-е уровни нам будут давать, я, конечно же, не буду играть, ребят, естественно. Давай еще разок мотанем. Это какой-то западло, если честно. О, 79-е пошли уровни, конечно, ага, губишки раскатили. Это, ребята, смерти подобно, на такого врага идти. 75-й, 76-й, нет, все равно, это очень-очень сильные ребятушки для меня. Поэтому придется мне пока это дело отложить. Ну, а мы с вами идем на основную сюжетную линию. Нам осталось с вами чуть-чуть тут пройти, и мы перейдем в следующий телепорт. Так, давайте вспоминать, что у нас здесь. Так, здесь у нас воблер и жаба с молотом на 4 звезды. Ага, вот этот охламон, я помню, ребята, его. Соответственно, нам нужно брать... Кого бы нам взять-то здесь? Хоу. Мы вот этой командой с вами в прошлый раз играли или нет? А вот я и забыл даже, если честно. Блин, пришелец, конечно, нервирует меня, если честно. Очень сильно будет бесить. Так, улитка еще тут, блин. Хм. Давай, наверное, блин, я даже не знаю. Ну, попробуем вот этой вот командой. Конечно, жалко, если он заберет у меня джаггернаута. Очень жалко, если еще и перепрограммирует против меня. Это вообще будет худо. Ладно, будем сейчас... Сейчас он, наверное, его вызовет, да? В первую очередь, этого пришельца. А, нет, улитка, зачем ты здесь нужна? Мне не надо таких фокусов. Давай, голем. Сейчас вот полетит этот космолетчик сраный, нет? Странно. Очень странно, ребят, смотрите. Почему-то он не вызывает. Воблер, блин, а он уничтожает... А он, ребята... А он наносит урон, да-да-да, по всем. Зачем я это сделал? Ну зачем я это сделал? Я не понимаю. Глупость какую-то сделал, ребят, я. Большую, причем, глупость.
Как же ты меня раздражаешь, а, воблер, блин. Я не могу, прям у меня слов нету. Сильно нервирует, вот честно вам скажу. Ниндзя, ты стреляй не в этого, а вот сюда, пожалуйста. Улитка, чертова улитка. Пошел ты, козе, в трещину. Не-не-не-не-не-не-не. Все-таки похитил, все-таки похитил у меня джиггернаута моего. Так, давай, воблер минус. Уже у базы, ребята, мы уже у базы. Что не может не радовать. Да ёпросто, вот это вот только... Вот знаете, чем мне не нравится воблер? Он атакует, ребят. Он еще и джиггернаута мне похитил. Ты достал уже. Смотрите, зато карточки у нас выпадают именно на жабу боевую. А вы помните, что он у меня первый кандидат на фул звезды? Не стоит об этом забывать. Да давай, давай, давай. Не успели, да, уничтожить? Ладно, базу мы все равно уже разбираем. Да, отлично, ребята. Самое главное, что мы разобрали базу. Базу уже заговариваться начинаю. На радостях. Ох ты, ох ты. Ты посмотри, кто здесь, ребята. По фул звездам у него морпех, да, космический. Боевая жаба. С молотом, я имею в виду. И опять же этот пришелец с улитки. Да ну, хорош. Это чересчур, по-моему. Интересно, мой дед. Мой дед здесь будет, я думаю, бесполезен. Поэтому я возьму, наверное, вот эту вот пачку. Знаете почему? Потому что будет пришелец постоянно нервировать. Пускай он лучше забирает зомби, да? Я думаю, что это будет по чесноку. И на худой конец у нас против морпеха должен хорошо зайти прыгунок здесь. Да, он будет перепрыгивать и бомбить его. Я надеюсь, по крайней мере, вот в планах так. Хотелось бы это все, чтобы выглядело. Давайте попробуем. Ну, конечно же, нам нужно, естественно, с вами, ребята, ведьму быстренько вызвать. Потому что босс, вы сами прекрасно знаете, да, это лорд пустоты, который встанет всех моих юнитов. Ой, пришел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успеем, нет? По-моему, не успеем, ребят. А, нет, успеем, наверное. Да чтоб тебя, блин, ты провались ты на пустом месте, блин. Он еще и против меня его. Охренеть. Охренеть, что я могу вам еще по этому поводу сказать, ребят. Вот это вот мы сыграли, называется. Да, ха-ха-ха. Достанет эта говноулитка, блин, если честно. Ну давай, блин, тыквоголовый. Слушай, ну ты, по-моему, здесь как-то не особо хорошо заходишь. С удара его на, получил. Ага, он тоже, значит, может станить. Вот оно что. Запомнили, ребята? Что-то вообще тут. Ой, все очень и очень плохо. Я потерял инициативу, соответственно, меня тут... Не айсово. Совсем хреново. Очень хреново. Ребят, сейчас опять похитят. Как меня этот пришлый, блин, пришелец бесит. Нет. Нифига. Выбираем другую команду, выбираем другую пачку. Это как это бредотня получилась, если честно. Не знаю. Честно говоря, я не на это вообще рассчитывал. Просто не на это. Давай вот тогда вот этой почули попробуем пройти. Блин, последний этап. Неужели мы будем сейчас тут с вами шоркаться на пустом месте? Не хотелось бы мне здесь зависнуть надолго. Ладно, постараемся. Постараемся придерживаться нашей тактики. Пускай он лучше похищает молотильщика, да? Я имею в виду этот пришелец. Сейчас будет хитро сделано. Вы помните, что он сделал. А мы с вами знаете, что сделаем? В первую очередь выпустим ниндзю. Пускай он вызывает своего пришельца, а тот сразу же получит звездюлей. Или не успеет. Нет, успел. Успел похитить. Таки засранец, блин, несчастный. Ладно, мы дальше с вами копим, блин. На что мы там дальше с вами копим, я не знаю. Сейчас опять этот пришелец улетит, нет? Не успеет. Улитка, блин. Опа, вот это было хорошо. Вот чем мне нравится, ребят, наш... Как говорится, любимый молотильщик при смерти вызывает вот эту вот циркуляру, которая, естественно, всех уничтожает. А мне нужно с вами накопить на деда. Деда, блин, слушай, уже лорд вышел. Уже, ребята, вышел лорд. Слушай, с этой улиткой поганой. А-а-а! Хорошо, попробуем вот этих вот быстренько шваркнуть. Ну кто, посмотрим, лорд пустоты. Да он, по идее, должен выиграть. Сейчас... Вот-вот-вот-вот, он сейчас запустит свою фигню. Да, вот этого я и боялся. Еще и джиггернаута мне, блин, похитил. Сруль, блин, Соломонович, блин. Ну давайте пустоту-то бомбите. Есть, пустота отдыхает.
О-хо-хо-хо-хо, опять этот говношлеп летит. Да ты достал, именно Джаггернаута, блин, похищает. Еще и перепрограммирует его. Да куда ты, блин, фаербол-то запустил тоже на свою голову. Ну, ё-моё, сейчас, блин, сейчас начнется заваруха, ребят. Давай Джаггера попробуем вызвать. Сейчас, молотильщика, хватай молотильщика. Есть, вот так вот, фу, я же думал, сейчас Джаггернаута опять с вами профукаем. Время-то 37 секунд у нас всего лишь-то. Как нам тут успеть-то, эй? Успеем ли? Не знаю, вряд ли. Ну, постараться надо как-то нам. Слушай, ну это жаба-боевуха. Пошел отсюда, похищать он мне тут еще собрался. Так, давай, ребятули, ускоримся, наверное, маленько. Потому что, ну, 14 секунд, блин. Давай, подходим. Бомбим базу. 7 секунд, ребятули, 7 секунд. Давай. Да ну хорош ты, ёпарасета. Ну как так-то, блин? Ребят, ну как так-то? Ну не хватило буквально там 3 или 2 секунд. Блин, я не согласен, я переигрываю. Это полная фигня. Полная фигня, я не... Нет. Вы знаете прекрасно, мы с вами должны проходить идеально, блин. С этим еще лордом пустоты мы немножко замедлились, потому что дед мой вышел. Нет, он, конечно, прописал, по-моему, пару раз, но без стана. А вот нас хорошо там застанили. Ладно, я попробую, ребят, переиграть. Должно все идеально у нас получиться. И знаете, в чем еще проблема была? Что он Джаггернаута у нас похитил. Так, хорош тут. Выпендрится, похищай. Оп. Так, големчик мой выстоял, это хорошо. Все, ребятуль, я вызываю сейчас деда. Я попробую вызвать деда. И уже, как говорится, им разрулить ситуацию. Не знаю, что у нас из этого получится. Хотелось бы, конечно, чтобы все получилось в идеале. Так, дед. Пошел, дедуля. Этого мы с вами вот так сделаем. Двоих, чтобы накрыл сразу же. Давай, двоих. Бумс. О, вообще идеально. Кто-то там заморозился у нас. Ага, вот и лордушка вышел, ребят. Вот и лордушка вышел и... Черт бы его побрал, этого мелкого... Нет, тут что-то мы как-то вообще худо с вами проходим, ребят. Вообще худо, если честно. Посмотрите, что происходит. Все. Мой дед здесь вообще погиб моментально. Что за бред? Почему так произошло? Я не знаю. Так, я попробую сейчас, знаете, что сделать? Застанет его фаерболом. Вот так вот. Опс. Давай, молотильщик, ну. Да чтоб тебе, молотильщик. Ядрен батон, мы потеряли с вами голема. Ну вообще. Еще и перепрограммировал он мне. Ты не припухли, блин, а, пришелец вонючий. Ты видел, что он. Все, сплавились, ребят. Ну не вариант, блин. Просто пипец какой-то, блин. Я не знаю, именно Джаггернаута похищает. Не кого-нибудь, блин. Твареныш, а. Ну что тут 33 секунды, ребят, я не знаю. Давай я на ускорение поставлю, получится, не уверен. И этот еще тут летает. Ребят, 17, 14 секунд. 12, 10. Да это ж жаба боевая, ее пробить не можем. 6 секунд, да куда там нафиг, ребят. Ну, не получается. Все портит боевая жаба, блин. Я не знаю, мы не можем пробить ее и все, хоть ты тут тресни. Что же нам тогда делать-то, а? Как нам быть-то? Не хватает нам мощей. Всего лишь-то мощей не хватает. Но я все равно буду переигрывать. Вот этот отряд взять, ну это как-то вообще никуда не годится. Никуда не годится. Или годится? Паладин, щитоносец. Как-то я не знаю даже. Если он будет паладина постоянно похищать, это тоже плохо на нас будет сказываться. Слушай, давай-ка мы уберем отсюда тыквоголового. Попробуем взять кого-нибудь другого. Кого только другого пока не знаю. Может быть... Не, морпех будет бомбить по нашему... Этого, как его? Всадник на журавле. Поэтому не будем. Давай-ка что-нибудь... Такое незаурядное и в то же время практичное. Оу, слушай-ка, а давай-ка попробуем мы с вами некро. Пускай он похищает колобков, а почему бы и нет. Так, прыгун там будет перепрыгивать. Кто там сзади? Хрен, там никого сзади и нету. Хренового такого. Ладно, давай попробуем. Вдруг все-таки с помощью некро у нас получится с вами здесь выровняться.
Потому что я думаю, что если пришелец этот будет прилетать, колобки же всегда прыгают вперед, да? И он должен их, в принципе, захватывать. Вся проблема именно в этом маленьком вонючем пришельце. По мне так. Сейчас мы попытаемся с вами... Ну, где там улитка? Я же знаю, что она должна вылететь. Не вылетает. Так, вот. Все идет по плану. Якобы... Урон не нанесли? Нет, отлично. А хотя нам пофиг на урон, ребят. Нам главное уложиться во времени. Че я тут паникую-то на самом деле? Так, хорошо. Вот, мы с вами вызываем некро. Что-то тут как-то не задалось, да, по-моему, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, давай, вызывай колобков своих, эй, некро! Почему ты не вызываешь колобков? А, нет, вон они, скачут колобки. Скачут колобки, это хорошо. Опс! Оу, сейчас великолепно. Ой, он уже лорда вызвал. Он уже вызвал лорда. Нам, соответственно, нужно вызвать ведьму. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Отлично. Слушай, ну, по крайней мере... Давай, похищай колобков. Что за фигня-то произошла, что-то не понял. Какой-то сумбур сейчас вышел. Давайте бомбите этого лорда пустоты. Это единственная проблема. Вот, все, минус проблема, ребят. Я еще вызову некро. Кого он там похитил? Я не увидел, кого там похитил он. Пришелец. Ну да ладно, это в принципе уже не важно. Так, атакуем. Атакуем всех. 50 секунд у нас, ребят, в запасе. Не так, конечно, много. Но все-таки. Слушай-ка, ну вообще идеальный проход сейчас будет туда. Смотрите. Да давай этого жабу с молотом бомбим. И добиваем базу. Да. Вот так-то вот. Вот это я понимаю. Вот это вот победа. Вот. Вообще шикарно прошли с вами. Вот теперь я с чистой совестью буду открывать вот этот сундучок. И нам достается, в принципе, неплохо. Боевых жаб 10 штук. Ну и пришелец я его тоже, в принципе, хотел раскачать. Задумываюсь уже об этом, и как раз он бы хорошо зашел против сильных игроков. Ну что же, а мы переходим с вами на землю нежити, и как мы видим, нас будет встречать здесь некро и зомбик. Соответственно, против них нам лучше всего взять вот эту пачку, потому что будут колобки нас здесь терроризировать. Джаггернаут единственный, который может их просто рассекать своим вот этим вот круговым ударом своих клешней, да, вот так скажем. Но колобки, не забываем, очень тоже такие мощные. Они бомбят не по-детски. Так, ага. Конечно. Мы тебя сейчас встретим, родной мой. Так, вот они вылезли колобки. Давай. Пробиваем их всех. Тут нужна ниндзя нам. Это как в помощь. Ой-ой-ой-ой, что ж тут творится-то такое? Так, дайте мне манну. Все, некро мы с вами... Две штуки он даже вызвать успел. Так, ладно. Если у меня умирает, ребят, молотильщик, он может выпустить циркулярку свою, да, которая, в принципе, уничтожит вообще всех. Всех этих некросов, которые будут там сзади стоять. Ну, конечно, шанс очень маленький. Так, ну вот, ребят, мы сейчас с вами уже почти базу разбомбили. Последние удары. Да, даже карточку замка мы с вами успели вырвать, как говорится, из рук. Ну что же, первый этап разогревающий. Поехали на второй, будем смотреть, кто у нас здесь прибавится. А прибавляется у нас здесь чумная летучая мышь. Вы знаете, что это за поганка такая. Вредная эта мышь, конечно. Она меня всегда раздражала именно, когда она появляется у врагов. Когда она у меня появляется, я очень этому рад. Но она пока слабенькая. В данный момент, ребята, мышь чумная, у меня которая, она слабенькая. Она имеет 3 звезды. Так, ага. Жалко, вот если бы Джаггернаут бы, ребята, мог бы бомбить вот этим вот ударом еще и воздушной цели, ему вообще бы цены бы не было, поверьте. Он вообще бы был бы колоссальный, просто универсальный колоссальный юнит, я бы так назвал бы его. Которому было бы все нипочем. Да что ж такое-то, посмотри. Не, ну ниндзя, смотри, молодец.
Одна там бомбит, отлично, все, хорошо. Давай, уничтожай ее. Да мышь, бомби, куда ты? А, ты на зомби переключилась. Ну ладно, еще карточка. Отлично, ну что, ребята, этот уровень у нас тоже прошел, как мы видим, идеально. Мы переходим с вами на третий. И тут у нас добавляется, блин, вот тут хреново уже. Тут зомби вот этот вот, взрывной камикадзе, я его называю. Кстати, у нас там энергия закончилась, ага. Придется вот этой вот компашкой рулить. Блин, а эта компашка как-то не особо здесь хорошо заходит. Ладно, попытаемся. Если мы с вами успеем вызвать ведьмулю, то дела наши пойдут в гору. Если не успеем, то все равно должны пойти в гору, потому что мы должны разбомбить, расклепать этого врага. Так, ну что, он будет вызывать зомби, я больше чем уверен, в первую очередь. Вот он вышел, Квазимода. И мы сразу выпускаем нашего самурая, Ронина. Оп, ну да, пожертвовал, офиг сделаешь. А вот здесь уже вот хреновенько, ребята. Подожди, а если мы вот так же тоже сделаем? А почему бы и нет? В конце-то концов, что мы теряем? Да ничего. Блин, а вот это вот не особо хорошо, ребят. Давай вот так попробуем. Вот это да, вот это он бзданул, побежал, да, куда-то там. Вот, давай, зомбики, ну. Камикадзе, ой, зомби, о, взорвался он. Вот что делает, ребята, прыгун, когда в неистовстве перепрыгивает через врага, и он просто всех косит. Просто всех косит, вот и все. Нет, у самурая очень... Ну, самурай, ронин, блин, я не знаю. Ронин, конечно же, он. Самурай у нас другой. Он очень хорошо дамажит. Очень хорошо, ребят, дамажит. У него удар просто колоссален. Не понял, что за фигня? Что это за разборки такие? Вот. Про это я вам и говорил. Против прыгуна очень тяжело противостоять, когда он в бешенстве в этом. Тем не менее, мы с вами переходим на предпоследний этап. И здесь у нас прибавляется, блин, чумная мышь. Фулл звезды, 72 уровень, плюс Каспер. Это, конечно, нехорошо. Но нам деваться некуда, придется как-то отбиваться. У нас здесь очень скоростные юниты. У нас с вами прыгун, у нас с вами ронин. Они очень быстрые. Ну, естественно, если выпадают в неистовстве, тогда да. Кого он сейчас пошлет против нас? Тут, по-моему, нет, да, зомби? Оу, тихо. Здесь нам поможет только лишь что? Только лишь вот это вот нам поможет здесь. Сейчас будет травить. Ну, бомби ты ее, во. Одного удара достаточно, оказывается, да, значит. Некро тут. Некро надо отсюда убирать, ребят. Не понял я, эй! Ты куда это полетела-то? Слышишь, красавица? Блин, быстро. А что так? Что-то как-то быстро мы с вами разбомбили. Но, тем не менее, это хорошо. И мы с вами на последнем этапе. Так, здесь против нас будет жнец. Ух, это достойный, ребята, босс. Здесь зомби, да? Камикадзе взрывной. Слушайте, блин. Будем надеяться, что моя армия... ведьмина, так скажем. Ведьмина армия будет все-таки лучше, чем у жнеца. Хотя жнец 5 звезд, он очень крепкий будет. И косить он будет, естественно, очень жестко всех. Чумной мыши здесь нет, так? Что тут за ерунда? По-моему, нету, ребят, чумной мыши здесь. Ага, вот так вот, да? Ну-ка попробуем ронин. О, ронин, ребята, в гневе вышел. Естественно, тут они обменяются. Все пока хорошо. Мне нужно призвать уже ведьму. Будем копить на нее. Он чувствует, заподозривает, что мы сейчас вызовем ее, да? Все. Я ее вызвал. Теперь нужно как-то ее, ребят, обезопасить. Вот как только, не знаю пока. Так, тут минусанули. Иди отсюда тут со своими этими... прохиндеями. Так, взрывайся. Так, нам нужна армия зомбарей. Большая армия, ребят. Вот и жнец, блин, вышел. Слушай, ну кто кого? Давай, сгони. О, да кого ты там бомбишь-то, ядрен ты батон? Да... Оу-ху-ху-ху, как все запущено, ребят. Смотри, он все-таки армию свою выклепывает. Давай-ка вот так попробуем.
Ронин, идешь как в штаны наложил. Ох, ты посмотри, что тут происходит. Ты посмотри, что происходит, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо, все плохо для нас тут. Закончилось, конечно. Да. Блин. Моя ведьма слаба здесь. Вы сами это прекрасно видели. Что ж тогда нам здесь лучше сделать? Как вообще противостоять этому? Если только успеть быстрее. Блин, а тут энергия кончилась еще. О-о-о. Вот у меня только эта армия, ребят, остается. Только это лишь армия у меня остается. Как-то не айс. Но у нас выбора-то все равно нету. Нам придется, хочешь мы это или нет. Нам. Да ладно, попробуем. Блин, тут некро, тут. Ай. Что-то надо делать. Нам нужно пройти этот, ребята, этап. Нам нужно перейти на следующий телепорт. Я знаю, что там будет очень дальше сложно, но ничего не поделаешь. Это игра, ее нужно проходить нам. Я не знаю, вообще тут можно ее пройти, ее реально вообще пройти или нет. Ну и че, вот какого хрена ты тут вышел, вот скажи мне, на милость, а? Вот этот тут бесявый, блин, говнюк, он на самом деле бесявый. Он сейчас одним взрывом всех накроет. А зачем я сюда взял баллисту? Мне кто-нибудь скажет это, а? А? Пошли отсюда прочь. Да, баллиста-то тут вообще не в тему, ребят. Два раза привидение пролетит и нет баллисты. Тупанул тоже, блин. Да. Ладно. Вся надежда на богиню солнца. А что еще тут остается делать? Пока ничего, ребят. Что-то всех тут у меня разбирает элементарно как-то. Где отсюда тут пришел мне? Тебе что-то не хватало. Так, отлично, пока хорошо. Ну что же, вот, ребята, и вышел у нас жнец, как мы видим. Да, да, да. Оу, с удара, ребята, он просто с удара. С удара забомбил, ребята, это. Мою богиню солнца. Угу. И как вот сейчас мне против вот этой армии зомбарей противостоять? Я ума не приложу, ребят. Вот честно вам скажу, сейчас вот просто стою и просто в шоке. Просто охреневаю. Он идет как этот, как косарь. Он вызывает там еще и големов, оказывается. Посмотри, а големы не простые, а суперские. Мне придется, ребят, это сделать. Вы уж извините, что я потратил 10 гемов. Но я иначе я не пройду. Я не смогу пройти просто-напросто. Ну. Так, хорошо, пока хорошо. Так, пока хорошо. Самурай мой в неистовство упал. Так, хорошо, он пока он сидит там, косит их. А успеем ли мы с вами до выхода? Блин, да что ты, ты... Пипец, блин. Вот и зря потратил 10 гемов, ребят, с вами. Просто зазря. Все это из-за этой поганой некрухи, ты понимаешь? Вот именно из-за нее. Она тут, блин, наяривает. А он их вызывает и вызывает. Вызывает и вызывает, вызывает и вызывает. Паладин тут вообще не хотел. Нет, против нее никто не устоит. Смотри, она из эти колобки ее на всех съедает просто на раз-два, блин. Моя баллиста выходит, да, она бы здесь дала бы шороху. Ну, два раза пролетает эта говнюха, привидение мимо них. И все, и... Он умирает у меня. Хе. Как быть-то? Как, ребятулечки, здесь быть? Неужели мы вроде подходим? Подходим к базе? Что-то такое впечатление, что может быть. Сейчас все упадут. Представляешь себе, один взрыв этого зомби, и все, кто там был, упали, просто рассыпались. Сейчас, если он еще раз вызовет. А он, наверное, вызовет. Или не вызовет, я не знаю, ребят. Давай, 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 42 секунды, блин. Вдруг все-таки нам повезет, фартанет, удача улыбнется мне и...
Сомневаюсь я, конечно, очень сильно в этом, но... Давай, давай, давай. Лишь бы не вышел... Ну, есть! Все-таки 10 гемов оправдались, ребята. 10 гемов, которые я потратил, они оправдались. Сложно, очень сложно, у меня же в горле пересохло от возмущения, от криков. Все, ребята, с чистой совестью забираем наш выигрыш и летим. Но лететь-то летим, а играть-то, по-моему, и некем уже, да? Или накопилась где-то энергия? Нет, не накопилась. А вот здесь у нас, здесь практически полный столбец. Но так, Ронин и Садик. Попробуем, попробуем. Ронина мы можем, в принципе, контрить кем? Щитоносцем? Конечно, не очень хороший контр получится, но все-таки. Так, и, может быть, успеем на самурая с вами накопить. Так, ну, самурай, в принципе, нормуль. Вот так и будем, знаете, по очереди. Опа, вот тебе, блин, и очередь. Ты посмотри, а, хорошо сейчас получилось, ребят. Так, деньги, деньги отдай. Давай, давай, баллисточка. Наяривай, гитара, блин, семиструнная. Слушай, ну, в принципе, я думаю, что здесь мы с вами уже выиграем. Все отлично у нас получилось. Баллиста сейчас будет бомбить тут всех. Да. Вообще, шик и блеск. Всех этих говнарей мы разбираем. Забираем деньги. Надо было еще одну баллисту вызвать. Ну, в принципе, тут уже и так разбомбим сейчас. Ой, как хорошо-то. Как хорошо. Я обожаю вкус победы, ребят. Да. Ну, а мы с вами идем на второй этап. На втором этапе прибавляется кто? Да ладно тебе, ну ё-моё, ну как же я ненавижу этого терракошу. Терракотовый воин, ребят, который превращается в камень, который постоянно нам преграждает путь и задние ряды нас начинает разбирать, которые стоят именно за терракошей. Здесь бы очень хорошо бы нам пригодился бы, просто выручал бы нас прыгун. Это вообще имба против терракоши как раз. Не против таракоша, а который перепрыгивает таракош. Блин, да чтоб тебя, вылезла, блин. Раскудахталась. Ну давай, попытаемся. Попытаемся. Эй, не трогай мне. Уфу. Блин, вот он вышел. Солдатик хренов. Все, вот это вот в каменную статую, когда превращается, это хуже не придумаешь, ребят. Просто имбовый скилл, да? Так, давай, баллиста, выходи, ты мне еще нужен здесь. Две баллисточки здесь должны разрулить ситуацию, надеюсь. Так, хорошо пошло дело. Давай, стреляем. Стреляем, в два смычка стреляем, говорю. Ну, есть. И помогаем своим ребятам. Да, они, в принципе, здесь и сами справятся. Да. Ты ракоша хренов. Вышел довольное лицо. Ну что же, мы с вами попадаем на третий этап. И кто здесь у нас? Оу, тигр. Тигр уже появляется, блин. Тут ни у кого энергия не накопилась? В надежде спрашиваю я. Нет. Ни у кого. Слушай, как мы здесь будем против этого вот тигра-то? Он здоровый, он мощный гад. Мой щитоносец, это ему на удар. И самурай, кстати, тоже ему на удар. Я не знаю. Деваться-то все равно некуда, блин. Вся надежда опять на баллисту. Что он будет станить, а... Будет ли он станить, это уже... Другой вопрос. Я почему-то не уверен, что он будет станить. Да что ж ты, ты посмотри, как он все-таки... Как он лихо, блин, разбирает, а, ребята? Один сп... Да ладно! Хорош, блин! Давай его в стан, блин. Какой там стан? И тигр вышел, я слышу, да. А ну-ка давай. Хорошо, отлично, ребят. Пока есть небольшой, небольшой шанс есть на победу. Я вызвал баллисту, как вы видите. О, мой самурай вниз совпал. Это вообще самое великолепное, что могло случиться. Как... О, и вот это тоже, кстати. Когда баллиста делает стан, это вообще шикарно. То есть в данный момент мне как бы удача улыбается, да? Больше, чем врагу. Так, тихо, тихо, не надо психовать тут. Ну-ка. Минус.
Ой-о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 й. Он всех снес, ребята. Всех, которые стояли здесь на ряду, потому что я вторую баллисту вызывал. И, как видим, от баллисты уже ни шиша не осталось. Вот так вот. Вот так вот он делает. Этот говнарь, блин. Тигр при смерти. Это напоминает мне этого. Нашего молотильщика. Так, слушай, что-то фигово тут все у нас. Да ладно тебе, блин! Ну! Хоть какой-нибудь станчик-то здесь... Ну, давай так попробуем. Ай, ну. Да ладно, вот, ну, специально же это все делается. Ну, ребят, ну вот как вот у него может постоянно срабатывать его на скиллуха? Я имею в виду на выкидывание духа этого тигра, блин. И все баллисты, которые у меня там сзади стояли, они все подыхают, понимаете? Мои вот эти щитоносцы, они не могут... А, нет, смотри-ка, застанили, только хотел сказать. Не... Сейчас, если опять сейчас душа вылетит, это будет хана. Это будет хана баллисте вон той дальней. А ну-ка попробуем вот так вот сделать. Оп, оп. Ну ты смотри, ну это специально уже, ребят. Ну на самом деле, ну три раза подряд. Да какого хрена, блин? Там такое, знаете, такое впечатление, что 100% срабатывание. Вот 20, по-моему, процентов срабатывания на выпуск вот этого вот духа. А у него срабатывает практически постоянно. Ну и как это, блин, расценивать, а? Вот так и хочется сказать, что заговор идет какой-то. Все, я уже по времени не справился, ребят. Все, время истекло, блин. Это приравнивается к гейм-оверу, блин. Вот так вот. Иди ты отсюда, хейкает мне здесь, нервирует, блин. Ладно, давай попробуем. А что попробуем? Ну, уничтожим базу, получим немножко опыта. И что нам это даст? Да ничего. Этап-то все равно перепроходить придется, блин. Ай, раздражает, раздражает вот это у меня все, блин. Хоть бы левел получил, что ли, что подкатилось у меня это, как называется-то. Все мои отряды, чтобы восстановились энергия, и я бы смог бы их тогда разобрать бы. Элементарно. Но не этим отрядом, естественно. Так, давай прапаем. Че, у меня еще, оказывается, богиня света была не full up, оказывается. О, смотри-ка. А ну-ка давай попробуем. У нас на этом отряде откатилась энергия. Так, погоди. Откатилась энергия. Я думаю, что здесь мы должны разрулить ситуацию. Попробуем. По крайней мере, здесь у нас есть ниндзя. По крайней мере, у нас есть джаггер. Джаггернаут. Ну, у него есть этот Ронин, блин. Надеюсь, он его не выпустит. Выпустил все-таки! Твою маковку! Да чтоб тебя, а, ну... А, нам пофиг, ребят. Че я переживаю-то? Пока пофиг. У нас урон по базе, как говорится, мы это прошли с вами. Отлично. Так, ну давай посмотрим, кто кого. Хайкает он мне здесь. Блин. Так, ладно, фаерболом сейчас обоих. Да как он его вызывает? Через каждые, блин, 3 секунды он его вызывает, этого, блин, самурая, блин, своего, Ронина. Не слишком ли зачастил-то? Иди и хайкай в другом месте, пожалуйста. Ага, хорошо. Очень, кстати, хорошо, ребята. Так, тигр. Давай, джаггер, держи его там в узде. Чтоб не хрюкал. Твою мать, ну что ты делаешь, блин? Я говорю, тут, ребята, это все, блин, подкуп игры. У этого льва, видите ли, постоянно срабатывает скиллуха. Постоянно, блин. Я вот не помню за всю игру, чтобы он упал, просто сдох. Постоянно вылетает у него дух льва. Естественно, который сзади у меня там слабенькие юниты. Он их просто сносит. Все, блин, в наказание ему, как говорится, да? Мы прошли этот уровень. Ох, а что же дальше-то будет тогда? Я не знаю, тут кто у нас? Блин, Ронин 69 уровня, фулл звезды. Вуджен, плюс еще этот... Ай, Терракоша. Ну, здесь... О! Вот. Можно попробовать, да, ребят, рискнуть. Но я, честно говоря, не уверен, что у нас... Хотя, поехали. Обменяемся Ронинами. Ну, естественно, мой Ронин упадет. Его-то будет жить, а мой будет падать. Ой-ой-ой-ой. Вызывает его, наверное, да? В первую очередь, наверное. Посмотрим. Я вызову своего, если что. Во-во-во-во-во-во. Ну, что не выпадает? Это не выходит его... Слушай, а может быть, мы сейчас просто разбомбим его нафиг? Получится или нет? Нифига. Сейчас будет выпускать Ронина он. Нам надо было, блин, вызвать... Ага! А ну-ка, если так. Ну почему ты не в суперскорости вышел, а? Ну почему?
Иди отсюда. Вуджен, 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 Вуджен. Сейчас будет своих колобков выпускать. А если вот так вот мы сделаем? Опять без скорости, ребята. Так, попробуем. Попробуем, попробуем, попробуем. Давай, уничтожай. Ха, по отражению. В отражение попал, все, как говорится, бошку потерял. А вот это меня бесит. Хопа, хопа, вот так вот. Давай, давай, разнесли. В хламину причем, заморозку. Обязательно заморозку, ребят. Так, что там за фигня происходит? Я не могу понять. А, понял. Пока мой прыгун бомбил базу... Есть! Пока мой прыгун бомбил базу, этот всадник на журавле его бомбил. Отлично. Ой, последний этап. И кто же тут у нас? Должны быть все самые поганые. Так, Вуджен. В первый раз вижу Вуджена с фулл-звездами. Аж такой, знаете, весь. Прям маг из магов. Тут и у нас и Ронин, тут у нас, естественно, и Тигр. А нам-то кем играть? Вот этим вот отрядом, ну это, согласитесь, наверное, беспонтово. Или попытаемся. Одну энергию, я думаю, фиксим, сплавим, если что, да, ребят? Поехали, рискнем. Ну, Вуджен, вы сами прекрасно знаете, кто такой Вуджен. Он выпускает своих дракончиков, которые летят через все поле. А, естественно, у меня сзади будут стоять мои родные баллисты, которые будут получать колоссальный урон. Да, вот так вот как-то оно. Ну что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты вышел? Иди отсюда. Не нервируй, блин, меня. Лучше. Я хочу, ребят, по-быстренькому накопить на богиню света. Мне она срочно нужна, понимаете? О, застанили, отлично. А вот и, блин, и тигр вышел. Мы тигра вот так попробуем с вами убрать. Ага. Так, ну что, богиня света у меня выходит. Тут, естественно, кто? Только паладин может и... Ну, вряд ли он, конечно, уничтожит. Да уничтожьте вы этого Вуджена. О, упал он. Ага, ты смотри, какой гад. Вот только я вызываю, и он сразу же начинает вызывать своего босса. Ну, это разве честно? Это нечестно. Как ты бесишь-то меня, а? Давай, срочно откат. Откат по магии. Е! Пробуем. Ну, е! Ух, хрюкало, получил свое, блин. Так, Вуджен, вали отсюда, а. Вуджен, вали, я тебе сказал, отсюда. Ну, заморозка. Замечательно, все идет пока в нашу пользу. Так, тигр, блин. Тигр вообще не получает урона от богини солнца, блин. Посмотри, ну что это такое? Ё-моё, смотри, какая у меня сзади армия прется. Ну? Давай, 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 пробиваем. Есть, ребятули. Мы с вами прошли эту терраконовую долину. Да, и открываем сундук. У нас получилось прям тютелька в тютельку, ребята. Вся энергия потратилась, и вроде бы все идеально прошли. Ну что, неплохо, 10 терракошек мы с вами заработали. Ух, потом у нас идет люди, да, подданные. Ну что, дорогие мои друзья, а на этом я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. И мы увидимся с вами уже в следующей серии по этой игрульке и будем ее проходить. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Так вот.